Романовой, приезжай быстрее. Мы за тобой скучаем. Видишь, Лола бесится уже. Ну, вернее. Да, мы тебя очень любим, целуем, короче. И Лили чихает, да. Мы тут и выпили. Желаю побыстрее выздороветь и больше не болеть. Привет! Поздравляю с днем рождения. Я знаю, что ты сейчас лежишь в больнице, и поэтому не ходишь на тренировки. Мне очень жаль. Очень хочется наконец-то тебя увидеть. Но сначала я хочу поздравить тебя с этим прекрасным днем, который бывает раз в году. Пожелать тебе всего самого лучшего, чтобы ты поскорее выздоровела, чтобы не потеряла интерес к танцам, быстрее к нам присоединилась, и чтобы все твои мечты по поводу кей-поп, Кореи и вообще просто мечты твои сбывались. Днем рождения, Танюш! Мне тут нашептали, что ты немного заболела. Плохо. Выздоравливай. Ты очень нужна коллективу. Очень нужна твоя поддержка и твоя улыбка. Я тебе хочу, как и все девочки-мальчики из танцевального коллектива, поздравить с днем рождения и пожелать очень большие успехи, большого здоровья, чтобы больше никогда не болело. Побольше улыбок, больше радости, готовиться к праздникам, возможностям отдыхать, побольше каникул. И веселиться. Скоро зима, скоро возможность кататься на саночках будет. Так что, Танюха, не болей и с днем рождения. Пока.